Ну что, а мы возвращаемся на матч Danish Beer Snowlogic Gaming 1-0. Датские медведи ведут. Первая игра у нас почти час длилась, и бесконечный сплит-пуш Snowlogic Gaming в итоге не привел их к успеху. Но на самом деле в какой-то момент сами очень сильно ошиблись, отдали на ровном месте бараки на миде датские медведи. Что интересно, Snowlogic Gaming во второй игре начинают с пика гирокоптера. Я уж думал, они пойдут в какой-то тотальный сплит, но наоборот. Они как раз-таки решили усилить свое 5 на 5. Возможно, они так жестко сплитпушили именно потому, что 5 на 5 драться, ну, практически не могли там с определенного момента игры. Ну, Алхимик с Гирычем не давали им шанс. Ну да, под тучей. Флаг Кэнон очень хорошо заезжает. Да, там и АОЕ много, и Вич-Доктор, и все, что только угодно. И Тусик этот, который закатывается, тоже очень неприятно. Но в этот раз опять Тусик может закатываться. Дисраптора взяли себе сами. А, так, а Дисраптор был у Snowlogic или у Danish Beer в той игре? У Snowlogic. Он как раз был против Алхимика, помнишь? Два в определенный момент не дал. Ага, да-да-да-да-да. Все верно, да. Включить. Ну вот, опять себе вставляют Дисраптора. Ну, с Гирычем уже очень жесткая связка получается в 5 на 5. Бан Розора стандартный под Гирокоптера. Давно не было комбинации, там, с Нагой Сиреной, там, слип нажал, комбинушку провел, всех убил. Ну, это к Альянсам. Ну, хотя даже это не к Альянсам, даже Альянс, они не играют эту комбинацию, они как-то... Ну, с Нагой Сиреной они играют. Ну, да, вот они просто с Нагой Сиреной. Ну, комбинация, да, лютая. Впрочем, старенькая тоже компа, которая, в принципе, работает, если хорошо подловить на... Сон. Да, она сейчас в супер лейте, она сейчас вообще может быть какой-то лютой, там Нага с Аганимом может своих всех успеть отхилить, ты во сне ничего не сделаешь, а если Дисраптор с Аганимом, то он тебя на 7 секунд закрывает, даже БКБ тебе не помогают при этом. Ну да, это если Аганим нафармит Дисраптор, то любого лейта ты можешь стереть легко вообще под сон. Просто тупо на одного героя можешь там какого-нибудь самого основного поставить, который с блокинбаром. И просто не дать ему блокинбар заюзать. Да. Оракул в бане был. Нет, не Оракул, это Урса. Мне пока послышалось прям Оракул. Это Урса так зарычала. Интересно. Что-то знают, видимо, о Урсе Danish Beer. Может быть, Урса это и есть тот самый датский медведь, в честь которого названа эта команда. Фурболк. Вот спрашивают, снимают ли стаки пассивки с Ларка, если ударить Сильвер Эджем. Насколько я понимаю, стаки не снимаются. Нет, стаки не будут сниматься. Но он перестанет набирать новые. Перестанет, да, по идее, набирать. На время, конечно. Ну, так себе работает. Он ничего не снимает, он просто отключает. Отключает пассивные способности. Кстати говоря, возможно, даже новый спелл Вайда тоже не даст ему набирать. Где Войд? Где этот бешеный Войд? Вайда нет. А он хорош, новый Войд? Ему, я так понимаю, ему убрали бэктрек и баш вообще. Зато у него первый спелл 6-секундный кулдаун. Он теперь прыгает не на большой рейндж, он прыгает на 550. Вот, но все, что в него было закачано 2 секунды назад, ну как ульта Вивер, короче, работает. Ну да. С 2-секундной задержкой, а не с 5 секунд. Ульта Вивера с таким... с маленьким кулдауном. И спелл, который... ну, вот в таких частых драках очень будет неплохо работать, там, не давая кастовать. Все собирают себе Октарины, чтобы чаще кастовать, а здесь, по сути, вообще ничего не поможет. Тебе просто бах-бах-бах-бах, раз за разом отключает Void. Спылы. Они не кулдаунятся. Ну, главное успеть это сделать, а то можно просто умереть и ничего не прожать. Это да. Ой, что-то там я смотрю, ВП сегодня на D2C или в Крисмас этом ивенте. Они финал прошли. Вообще шансов не оставили во второй игре. Там статистику ФНГ 1-1, у Лила 4-1, а все остальные ни разу не умерли. Пам-пам. Как-то посыпались спириты после поражения своего. Вот чё, что самое неприятное. Да после там ему когда... на сингл драфте Лилу из трех героев выпадает визаж. Ну да. И это... он играет потом на нем 13-2. Да, это, конечно, неприятно.
Удача отвернулась еще. Длительность игры 21 минута была тогда, когда у него был визаж. Это первая игра была, кажется. Так, ну что у нас? Абаддон. Ничего нового. Впрочем, ничего нового. Завтра у нас крутой день. Я не знаю, кто у нас тут завтра вообще будет на этом канале комментировать это увлекательное шоу, но завтра у нас вопрос, который задают у меня уже с начала этого турнира, естественно, который задают периодически просто, я думаю, и тебе, и всем, когда же играют Na'Vi. Играют они завтра в 7 часов вечера, так что все подходите, будем освещать эту игру. Очень ее ждем. Да, играют они с Prize. Ну, Smile, я так понимаю, будет на 100%. Я 100% буду, да. А вы там решите. А вот с кем там, непонятно, но играют они с Prize. И дальше тоже очень крутая игра. Я бы даже сказал, что первая игра, да, понятно, что все придут смотреть Na'Vi, но на самом деле вторая игра еще интереснее, потому что там Arcade Power Rangers играют с... Elements Pro Gaming. Это команда скрина. И у них сейчас такие шансы выиграть этот турнир после того, как выбили Team Spirit. Вот просто скрин сейчас сидит и думает, да, конечно, реванш нам не взять, но шансы огромные. Но скрина очень хорош так. Там ну, очень сильный, Илюша, Йоку, Генерал. Ну, а и два суппорта Кенгер со скрину Хагрос. Ну и Кенгер тоже очень круто отыгрывает. Я тебе могу сказать, что их аркейды могут обыграть спокойно. Там тоже не слабенький составчик. Причем они уже обыгрывали Elements Pro Gaming. Так, и Алхимик. Обыгрывали они их только на Dota 2 цели. Как раз таки, с этими жесткими модами. Не помню, какой они мод играли, но аркейды их обыграли. Так, ну и что, Алхимик у нас опять. И, кстати, играет Алхимик, который побеждает, несмотря на то, что он на миде. Вот Алхимик, если вот... Ооо, и Мипа от Knowledge Gaming. Если вспомнить прошлую игру, вот мы уже немножко забыли начало, потому что игра растянулась сильно. Но ему же никто там ничего не стакал. Он вообще бедный, несчастный носился. И как он тяжело выфармливал свои арты. Ну, в конце разогнался. Но... Там сноубольчик был. Ну да. В определенный момент там два подряд, по-моему, был за... 2 или 3 минуты, что ли. Сначала там 4 забрали, а потом еще один сноубол. Там, по-моему, как раз-таки в Герокоптер сделал ультракилл когда. А, да, точно-точно. Там был такой, но игра так растянулась, что у меня уже, честно говоря, кажется, что это было в другой игре. Но зачем создавать себе такие трудности, когда можно просто-напросто сделать пару стаков химику? И он все же эти артефакты поднимет, ну, гораздо быстрее. Ну, такая, мягко сказать, говоря, не... супер топовая дота, где все по полочкам, где все идеально, где все как надо. Посмотрим. Ну, Алхимик здесь будет опять в миде, я уверен, на 90%. Ну да, пингвинчик, он в миде играет. Ничего нового. Алхимики все еще в миде. По-прежнему. С Джаггером. Ими парь. G30 Deluck have and fun. Good luck and fun. Видимо, сломался пробел. Да, GLHF. Ну что, давай там по героям пока посмотрим. MG23 на Дазле, окей, на... Боже мой, на Мипаре. Zero G играет на Дисрапторе. Dota 2 на Слардаре и... Мич играет на Герокоптере. Да, на Джиггернауте Ace играет, Пингвинчик Алхимик, потом Хеста Джо Ротан играет на Таске, Рей, не помню кто это, играет на Бейне, Зеро на Бадоне. О, господи. На Бадоне, ой, на этом. Дэниш Бирс на Рейд, по-моему, Рюзе. Райс. Да, Райс. Угу. А Бадон это, по-моему, этот шоколад. Шоколад. Ну, нет, у него не чоколад, как на английском, да, правильно, а у него шоколад. Шоколад не виноват. Ой. Нападение на Кирыча может быть всех в сноубол. Оооо!
Но я не уверен. Кто там у них где? Да. Сейчас я тебе точно скажу. Слушай, как они его отпустили-то так? Рэй, это точно Рюзе? Угу. Пингвинчик. Шоколад не виноват. Пингвинчик, по-моему, этот как раз-таки Ноа или Шоколад. Короче. Не могу. Меня что-то смешит этот никнейм очень сильно, безо всякой на то причины. Шоколад. Это мог бы войти в тройку вот этих лучших никнеймов. Там, который пригорело, D2.net. Но, по-моему, новая, вот этот Zero, по-моему. Ладно. Ага, то есть все-таки на Абадоне. Шоколад на миде. Шоколад, да, это пингвинчик. Так, и он начинает против Мипаря. Мипарь бьет по голове себя лопаточкой. Так, переагривает тут крипов. Кстати говоря, рун-то он взял? Да, взял. Уже он скоро забрал 500 голды. Мипарь гоняет нормального. Мипарь вообще какой-то сильный на первых левелах. И да нюк... не скажи, у него на самом деле атака 43. А нюк сильный, да. Бам, еще раз нюком ему по голове стукнул. Прикольный сет у него. Имморталка вот этот. Да, это как раз что пуф его дает. Санта как раз. Да. Так, сверху у нас. Ну, сверху тяжелая линия для того, чтобы здесь кого-то убить. Разве я вообще видел? У него золото сколько заработано? 7 431 502. У кого? Мипаря? Да. Ой-ой, 7 миллионов. Ну, это значит много сыграл. Убийств 2739. Это он реально много сыграл. Да, и успешно разбин 10 тысяч сеток кинул. Ну, кстати говоря, сейчас химика-то. Ой, бам-бам. А чё, алхимик? Зря он бежал бы, два удара сделал по Мипареву, он бы умер. Вот видишь, что тот, который убегает. Да-да-да. Даже мог один сделать, наверное. Ладно, переагрессировал. Мидл это мидл. Что у нас на других линиях? Да, на других вообще ничего не происходит. Снизу гирокоптер плюс дисраптор против Тусика и Абадона. И здесь, ну, никого не убить. Потому что, с одной стороны, два сейва, с другой... Ну, разве что вот, Тусика с Абадоном, может быть, убьют. Хотя это навряд ли. О, ДД. Собирает его Мипарь. Джаггер идет на перехват. Теперь он идет за Дазлом. Ну и прогнал отсюда. А тем временем, кстати говоря, да. Возможно, и убьют. Выход. Не, вряд ли. Ну, первого левела просто, ребята. Ну, таск второго, бадон первого. Дэмэджа столько не хватит, чтобы пробить. Он еще по танго был. Если что, еще был всегда Fairy Fire. Да, прожрать. Не умереть точно. Вообще так. Крутой артефакт Fairy Fire. Тоже в начале. Можно играться, как типа со стиками, так и... Ну, уникальный в доте один из немногих артефактов, который тебе сразу дает возможность подхилиться. Таких артефактов всего ничего. Стики, но стики тяжело считать, потому что они должны зарядиться. Сыр есть и Fairy Fire, только два арта. Ну, один, правда, дает гораздо больше, и получить его гораздо сложнее. Так, нападение на Бэйна, ну нет, не стал Стардар здесь ничего тратить. Так, тем временем нападение также у нас параллельно гирокоптер. Он приедает Fairy Fire, очень неплохо закрывает Kinetic Field'ом. Вот он как раз таки Fairy Fire. И Мипарь все-таки делает с дабл дэмиджем, по-моему, да, с ДД. Не отпускай колхамика. С этого патча не дает всем Мипарям ДД бонуса, но этого хватает. Все равно слишком много он дамажит. Кстати говоря, уходит уже в лес. Сейчас здесь будет подфармить. Да, очень быстро фармит стаки. И отправляет одного домой с бутылкой. Он там покупает ПТ. Здесь уже с ПТ Мипарёк. Все замечательно. Да, алхимик приседал еще, может быть. Такой он сейчас шестой левел будет. Уже. Против алхимик только пятый получил. Как раз лопатку себе взял геострайк этот. Да, неплохо замедляет, стакается на всех клонах. Что приятно. Что очень приятно. Зря он так стоит, конечно, в туче, но все же. Да, получает всеми дэмэдж, немножко это неприятно. Но может себе позволить, учитывая довольно высокий армор, учитывая то, что руны, он все время забирает. Но в этот раз ему не дали руну. Поздновато вышел. Алхимик руну волшебства взял. Вот это крутая руна для него тоже. Там туча без кулдауна практически. Ну да, она где-то лежит. Ну да, где-то без кулдауна. Там вообще, по-моему, ровнее. Там 15 с чем-то на 16. Вот он, собственно, кидает эту тучу. Ой-ой-ой. Мипа законтролился, по-моему. Сейчас он умирает.
Ну, вот так вот. Доигрался. Не впечатлил мне парень. Стан умер. Ну, вообще, он как бы уже видно было, что законтролировался немного и в первый раз. Так. Контролер. Ну-ка, ну-ка, здесь Абадон с мечом бежит своим на перерез. Неплохо поменялся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тусик шарды кидает мимо. Опасно. ПТ-шечка. Ну и что? Четвертая минута, пятая минута игры. Вот стакают, наконец-то, наконец-то стакают. Все стаки делают. Бэйн. О, вот это хорошо. Сейчас вот уже есть три стака. Три дабл-стака, да? И алхимик при этом в миде чувствует себя вполне себе неплохо. Ой-ой-ой, сейчас его убьют. Живет. Алхимик, живи! Сетка! Нет, геострайк слишком силен. Ноль помощи, к тому же. Ноль помощи. Ноль. Ноль помощи. Ну и несмотря на то, что подошел Дазл, я думал, как алхимика там с хила сбреет. Но как-то вот с хила его не очень сильно прохарасило, в отличие от пуфов. Смотрим. Ну, 270 дэмэджа, да. Без них не убили бы, явно. Там в притирочку буквально не хватило химику каких-то 50 хп, чтобы выжить. И все равно в этой игре у него пока что все гораздо лучше, вот если посмотреть на эти стаки. Сейчас ему еще там Бэйн один сделает. Он пошел еще делать один. Заодно за контроль из руны. Заслипал, забрал баунти руну. Ну понятно, алхимику. Бэйн слипать. Алхимику здесь не вариант. И говорит, вот я тебе застакал, не как в прошлой игре. Мы исправляемся. И химик пошел, а Бэйну сейчас оставят. Да ему надо было, наверное, взять еще. Чуть-чуть. Вон. Да-да-да, чтоб точка была. Но тут, в принципе, все равно довольно быстро зафармит. Правда... Седьмой возьмет и пойдет на те стаки. Ой-ой, мипарь был очень близок. Он ищет, ищет, ищет. Вот здесь стаки тоже есть. Джиггернаут. Ну, блин, вот эти стаки, конечно, круто их сделали, молодцы, но... Мипарёнку сейчас нельзя фармить, у нее нет столько хп. Опасно фармить. Джиггернаута можно как-то убить. Так, тем временем Дазл там сейчас убьет. Он дает себе грейв, но очень ранний грейв. Но, а телепорт? Не нужен телепорт. Ну, умри тогда. Ой, мисс, мисс. Прикинь, Бэйна мисс прошел. Джаггера там поймали, пытались его забрать сеткой. Здесь все еще живет Дазл. Сбежит за ним химик. У Бэйна был мисс, тупо мисс, вот с этой лестницы. Как он его развел? Великолепно. И стаки зафармили со Слардаром, просто через стан Слардара. Ну, нельзя сделать здесь стаки. Я не знаю, их специально сделали. Может быть, их, конечно, сам Слардар сделал. Нельзя на этом спауне делать стаки. Вот просто вот, хоть, я не знаю, хоть убей. Так. Надо мипарянку убивать. А, что ты по брейнсап? Брейнсап был. Он убил бы его. Да. Да. Что-то игрокам тяжело стало. Походу. Я думал, нам тяжело. Оказывается, игрокам тяжело. Да, игрокам что-то вообще тяжко. Они, наверное, тоже усердную тренировку там провели. Или, может быть, смотрели матч Team Spirit, переживали очень сильно. И тем не менее, да, мип, конечно, поднялся здорово, но алхимик все равно все лучше, чем в прошлой игре, потому что у него есть еще один стак. И он сейчас его будет потихоньку фармить. Вот он пытается его еще разок застакать. Кстати говоря, получится. Не-не-не. И огр, сука, затупил. Заблочились. На тупорылый огр затупил. Но все равно. Все равно здесь есть два стака. Обидно, конечно, что мало всяких големчиков выпадает. Ну да, какие-то самые крутые там какие-то сатиры, големы. Големов 6, сатиров 4. Эти, ну, на маленьких, да, на больших тролли. Тоже я их что-то не видел. Но алхимик, тем не менее, в топ-1 по натворцу выходит, несмотря на две свои смерти. Потихоньку. Ну, вот здесь еще можно кормлет подстакать и зафармить сразу. Ну да, у него очень много. Ну, на самом деле, мипа не будет от него сильно отставать. Мипа тоже очень круто фармит. Ну, очень. Он засилил стаки вот. Если бы сверху сейчас еще химик забрал, Да, у него забрал армлетик был бы уже. Сверху забрал мипа и все, и мипа теперь... Ну, мипа, да, мипа знатно фармит. Он... У него уже половина аганима есть. И очень высокий левел. Очень высокий левел. 9-й уровень. Ему еще он делает стак сейчас. Здесь, конечно, тусик заблочит. Скотина такая. Думает дисраптор. Но все равно, тем временем сверху у нас. Ой-ой, Бэйн. Все под минус армором. Здесь уже. И очень больно Бэйну. Очень больно. Его, конечно, подхиливают. Он не уйдет никуда уже. На захил Дазл слишком жесткий. И Герч может пойти дальше. Слардар пошел дальше. Но нужно аккуратным быть. Там не слэш.
Три мипаря у нас уже появляется. Да, вот уже три мипаря, и такими темпами четвертый не за горами. И сейчас пингвинчик может умереть у него. Нет. Так вряд ли умрет. На химика напал. Ой, как больно химику. Ой, как умирает, хорошо. Нет, умирает. Смотри, так пробивает. Пробил его тремя лопатками, первым геострайком даже, и еще один фраг зарабатывает. У него гоним будет через буквально минута три, если не меньше. Но он уже, вот ты говорил, что не будет отставать. Да, алхимик фармит с бонусной монеткой, но алхимик-то он один джаггера забирает. Что? Стики? Живет здесь еще. Абадону очень больно напихивает. В итоге 10 стиков у Абадона, ему хватает, конечно, хп. Но здесь Слардар. Щиток. Ой, психанулся щитком-то, по-моему. Ой-ой-ой-ой. На. Тот-то два. Собирает. И Бейн еще встреет. Бейн накатывается на гирокоптера. Очень вовремя грейв. Гирокоптер максимум дэмэджа нужно успеть вписать. Бейн, последняя тычка. Бейн в итоге... Кирыч! Нет. Приходит сюда мипарь. Уже подключился. Правда, два мипаря снизу все еще находятся. Они пушат спокойно. Ну да. И вот, пожалуйста, мипарь все это время он фармил. При этом еще и подключался к драке. Остается 700 монет до аганима. Всего-навсего. Отправляет одного импаря. Две иллюзии появляются, а это значит, что возможность еще и прийти на мид у него сохраняется сейчас. За счет этих двух иллюзий. Нужно их сейчас как-то грамотно развести по спаунам. Ну да, 500 голды, 500 голды, аганим. Это будет стройбат увеличится у нас до 4 человек. Чатаур краса дать ему. Не смог забрать, но... Куда пульты не подсосал. Но все равно 200 монет, и сейчас можно переходить на мид. Да, вот он делает пуф на иллюзию. И вот это такая, конечно, на мейджоре Нотейл показывал там фишки с мантой, когда бегут те две иллюзии на базу, никто их вроде не боится, они вроде уже умирают, а после того, как они умирают, на их месте оказываются мипари, которые заранее на них запуфались. Все, аганим готов. У мипа. 12 минут аганим. Ничего себе он форманул. И 12 левел. На 3 левела опережая алхимика. Да, 12 левел это большой левел. Как раз 11 до 12 там 2200 экспы надо заработать. Ну, так вот что он впереди планеты все сейчас пофармит. Главное сейчас не умирать, потому что за него дадут, конечно, очень много. Варл с панчем забирают на миде. Так, ну и что? А где шоколад-то? Я что-то потерял. А, он фармит леса. Шоколад. Темный шоколад. Ну да, он когда ультует, он такой темный шоколад становится. Без ульта он светленький. Белый. Белый шоколад. Ну что, Катя, у нас скучный дот на самом деле. Ну, ждем, смотрим, восхищаемся скоростью фарма мипаря. Что нам еще остается? Всяко лучше, чем Америка. Мипаря. Мипарь фармит вообще всю карту. 4 мипареныша. И не за горами уже таким образом и тут последний, пятый нападение. Но это такой легкий байт. Ой-ой-ой, стики подъедает, успевает раскастоваться дисраптор. Ну, это дисраптор союзный. В итоге падает и Бейн падает здесь. Все вообще падают, выживает Слардар, на которого было нападение. Мипарь уже скоро такими темпами приблизится к Блинку. У него почти 14 уровень. Блинк Хекс, наверное, какой-нибудь да будет собирать. Так, и он нашел шоколада. Дает сетку. И на миде один стоит. И в лесу один ходит. Опасно. Так, вот один выходит в спину как раз-таки. 14 левел имеется. Сверху тауэр падает. Защищать. Ну, скорее всего. Не будут. Не да будут, нечего. Будут защищать. Джаггер уже вниз тпшится, на халяву дает тауэр. Мипов сверху все еще продолжает здесь фармить леса. Бр-брм. Такие звуки от него прикольные. Особенно вот этот вот, когда он только начинает делать. Какая-то шарманка. Так, ну и снизу у нас тусик почти с готовой мекой. Джаггер 1800. Видел я, что химик купил блинк себе. Да, химик с блинком. Джаггернаут в Battle Fury уходит. Ну, понятное дело, против мипаренка надо себе Battle Fury, наверное, все-таки приобрести.
Химик не стал брать второй ультимейт, не скликнул, наверное. Взял банку четвертую. Ошибочка. Да я думаю, подумал, покруче может будет. Ну, может быть, вообще, конечно, может быть, да, учитывая, что с руки ему биться с мипом... Типа под даггер. С мипой с руки биться вообще что-то не очень хочется. А вот кинуть банку в него как-то круто застанет. Идут, ищут кого-то, но здесь вообще никто не хочет даже показываться. Вот только сейчас разбивают смог. Настоящий мипар идет. Слардар с блинком. Все, ушел отсюда один. Заходит на Рошу. И что же мы видим? И мы видим, что все мипари здесь. Очень опасная ситуация. Находит Бэйна. Бэйн будет ли чекать Рошана? Тихо, не палитесь. Нервы. Красавец Слардар, он сдержал свой атакующий порыв. Он уже замахивался на стан. Все, мипа забрала Егис. Как так-то, думают? Но Logic Gaming... Нет, Danish Beers. А, но Logic Gaming у нас ведут. У нас все к третьей игре идет, короче, ты понимаешь? Да. Мипаренок дает о себе знать. Ну, реально, походу, это ПЛМ. Козырь такой, план Б. Что если у нас не получится в первой игре сплитпушить, возьмем мипаря. Я на нем 4 миллиона нафармил. Да, вот он, блин, на 16 7 миллионов. Голды. 7 миллионов голды. Интересно, надо посчитать, это сколько игр примерно. Ну, в среднем нетворс там, ну, в каждом, допустим, по 30-ки у него в каждой игре. Ну, ладно, 25. 25. Это, блин, это получается какая-то 1000 игр, что ли? Может быть, кстати. Что-то как-то вообще очень много. Так, ну и не пошел. Хочу ничего считать. Да, тут тоже немного лень. Пошли в атаку мипари. Два из них идут по нижней линии, два идут по верхней. У него почти 16-й левел уже. А это значит, что еще один. Или он в этот патче на 16-м качает, я вот не помню. Уходят, забирают вышку. Сверху пытался зацепить химика. И как он не добросил сетку-то? Сетка как будто исчезла. Да. Но он чуть-чуть перед ним кинул. На самом деле там буквально, я уверен, пиксель. Он бы поймал в эту сеточку. Ну и бог с ним. Так, тем временем тусик. Тусик в опасной позиции. Мипа уже фармит леса. Да, конечно, скорость фарма у него просто дичайшая. Ну, мишкам надо сейчас делать так же, как против них делали NLG в первой игре. Им драться сейчас нельзя, они попозже станут сильные. Смотри, тут у саппорт Дазла уже мека, а здесь у Тусика еще нет меки. Как-то плохо все. Так, и выходят. Надо стараться убивать по одному. Может, где-то мипаренка с предпущего подловить. Ну, у него, конечно, Аегис, но все же. Может, тебя там какой-то гирокоптер под... зафармит, который Сенжин Яшин без БКБ его легко сейчас ловить, убивать. Но не знаю, не знаю. Мипарь сейчас должен в какой-то хекс уходить. Мипарь возвращается. 16-й левел. Почти 5 мипарей. Бьют его, конечно, очень больно, центрального мипаря. Но у него Аегис отходит. Кидают в него банку. Настоящий мипарь. Живет, точнее, не настоящий битый. Возвращают Тусика, не закрывают его. Это все несинхронно делается. Ужасно. 10-й левел. Гирыч, да, мипа, конечно, отдавать вообще нельзя. Будет его. Сетка попадает в химика. Офигенно. Но есть Апотик Шилд, поэтому все равно его спасут. Ну, Тауэр проседает. Тауэр проседает, а Джаггер фармит низ. У Джаггера... Джаггера Battle Fury есть. Да, Джаггер продолжает сплитить. Ну и что, пойдут или нет? Мипа настоящий. Что там до выпадения Аегиса еще? Еще очень много времени. Ага, мипа тыпнулся. Но на самом деле мипа здесь в одиночку спокойно может разобраться. Так, он часть мипарей блинканул. Он... Один остался мипарь. Да, он может одного мипаря оставить, спокойно сейчас отпушив вниз, возвращаться. Это же... Он так и делает. Блин. Он не будет всех мипарей возвращать, он вернул еще одного мипаря. Все мипари вернулись. Мне кажется, он неправильно как-то сделал. Ну, Джаггер вернулся, типа, все мипари вернулись. Времени у них очень много. Очень тяжело, конечно, против тучи заходить. Ну, против тучи надо заходить под вивом. Вот, вив висит уже хорошо. 25 армора, и можно заходить. Дурзащита отключена.
Так, алхимик заряжает банку. В него летит ракеточка. Грейв дается на мипаря, ставится... Ой, какой хороший статик шторм. Гирыч раскастовался. Там тем временем Тусика. Тусика забирает мипа. Нет, мипа умирает. Но Тусика тоже должны добить. В итоге Тусик последний удар. Тусик умирает. Джаггер неплохо распрыгался. Алхимик все вместе бьют всех мипарей. Здесь же Киленвард. Киленвард нужно сбить. Пух, мипарь падает. Вот такие пироги. Как один. И за него получают 10 миллиардов тысяч экспы. Надо, надо догонять. Под тегер, конечно. Без БКВ. Герокоптер на халяву просто должен убивать. Да, герокоптеры забирают. Ну, вот чё? Он. Вот он разворот. Дайте нам файт рекап. Ну, там первый уже был. Да, первый был, тут только жалко. Ну, там мипарь 6000 нанес урона, 2000 экспы они выиграли с того файт рекапа. Ну, нормально, это полный камбэк. Мипарю нельзя умирать, конечно, ни в коем случае. Он 17 уровня. За него там дали, ой-ой-ой-ой-ой, экспы. Всем. Ну, или что? И химик вот уже догнал его по нетворсу, по левелу он еще опережает на 4 уровня. Это, конечно, много на таком левеле. Действительно много по XP. Но учитывая, что общие графики в нуле, это значит, что остальные его тиммейты только проигрывают. И проигрывают сильно. Да, Гирыч 10. У Медведя все неплохо, на самом деле. Джиггернаут все-таки нафармился эту Battle Fury. Сейчас потихонечку будет расфармливать, а потом, на самом деле, Джиггернаут под этим Battle Fury, он сильные проблемы создает мипарем. Когда-то это в куче. Мясо идет. Он там нормально, может, он дамажит. Да, кстати говоря, действительно стало понятно, что это Excalibur. Где? У NLG. Ну, у них же в составе он есть, и кто бы еще мог на мипаристах сыграть. Их же, в принципе, по пальцам пересчитать можно, людей, которые сыграли... Не просто на мипаре неплохо катают, а именно сыграли с миллиард игр. Это Excalibur, там, No Tail и Виха. Виха. Я думаю, что умельцы еще есть, но чтобы вот настолько много... Лан М какой-то там, ММАй. Ну да, но их мы здесь вряд ли увидим, конечно. В европейском кубке. Да, ну и мипарь выходит в Хекс. Вообще с Хексом тут он может наворотить делов. Немножко, на мой взгляд, поторопились NLG. Если бы они не упирались в эту рампу, а просто бы фармили там всю карту. Они могли прижать просто, тупо прижать. Да, они могли выйти на там 10-20 тысяч и вперед. И не выпускать отсюда вообще. Тупо вардики ставишь, тупо раз вард, там, два варда, ты три варда, и все, и фармишь все вот это. А потом мипа с Тараской, Скади и Хексом заходит, и его уже не так просто развалить. Да, в соло просто ломает все тебе. Под какой-нибудь Рошан очередного. И ты у Джиггернаута просто забираешь место для фарма. Ему негде фармить. Вот он тпшнулся на базу, все. Им надо было стоять здесь, фармить эти леса, фармить центральную линию мипарю, еще следующую мипарю вот так вот запушить, и вот подойти к этому тауру и его убить. Я думаю, сейчас будут потихоньку выдвигаться. Идут в смоках, с мипарями, с двумя мипарями даже. На всякий пожарный. Чтобы если одного убьют, он мог на второго прилететь. Ты вот думаешь, это... такой план? Я думаю, да. Вот, здесь два мипаря, здесь мипаря, здесь мипаря. А, еще и тут два мипаря. Фул мипаря. Фул команда, нашли Джаггера. Он Джаггер минус. Да. Хороший факт. Игрался Джаггерок. Фрейрок. Он на варде стоял, очень хороший лейн-вард. Да, надо быстренько разбираться теперь с крипами. Мипарь еще успевает фармить леса тем временем. Очень много тут всего. Напомню, Excalibur в свое время там на саммите, на первом, по-моему, или на втором. По-моему, на первом это было саммите. Он там развалил команду ДК, которая тогда казалась вообще неубиваемой. И там просто такие штуки... Это с Бёрнингом, когда с Айсом? Да, с Муши. И в целом они там проворачивали нереальные комбинации. Но это за Фнатик он играл, по-моему, тогда. Его взяли. И там... Это было как раз первое такое пришествие мипарей. Было еще нулевое пришествие мипарей от No Tail против Virtus Pro, старое. Где он там... Найкс, мипо, Найкс керри, мипо суппорт. Ну, там я не помню точно, что было, но я помню, что там мипо в итоге оделся очень жестко с тревелами, он просто разводил. Как бы его не могли зацепить вообще никак. Да, сломали вышку. Ну и, собственно... Есть Рошан.
Есть Рошан, можно забрать и опять захватить контроль над картой. Уже не так будет просто это сделать, потому что все в нуле. Да, дает сетку, видит, что Рош появился. Мипаренок сейчас возьмет себе в руну волшебства. И у него сколько будет на пух? 6 секунд? 4. Ну или там сколько она дает? 50% срезает? 40. Пофиксили в этой 6-8. Ну, был 50, а в 6-8 стало 40. 40, да. Значит, поменьше. Так, ну и... Ну, еще один Аегис есть. Опять на рампу пойдете? С Хиксом. Ну, с Хиксом уже поинтереснее. Но вообще, с Хиксом-то еще интереснее как раз-таки в Партизанские войны играть. Видишь, прыгаешь, убиваешь. Сейчас Мипа может встрять в Партизанской войны. Сейчас он наверх если пойдет отпушивать? Не, он стоит уже очень долго. Завис там. Причем, посмотри, где он стоит. Он стоит за вышкой тир 2, когда стоит еще тир 1. Он в супер сейф позиции. Ну, чтобы не поймали на всякий пожарный. Можно еще спрятаться куда-нибудь за елки. Не, идет к своим ребятам или леса свои может фармить пойдет. Ну, может на миде сейчас отпушит. Хотя все оппоненты готовы на... Ну все, это идеально, все. Просто отправляешь, ты можешь даже стоять в пятером, подпушивать линию, но не лезть на ХГ, а Мипа будет один фармить всю карту. Один. Так и планировалось. Я так и думал, что так будет, но, видишь, они поперлись на эту рампу. Не знаю зачем. Да, ну там. Ну там они еще и поменялись более менее, конечно. Там кого-то они убили, действительно. Так, ну, там Мипа умер, они подфармили этих ДБ, там Battle Fury появилась. Ну, угу. Могли бы этого не делать. Могли бы это отложить все до лучших времен. Мипа не забрал баунти руну. Да, и фиг с ней, он и так богатый. Да, фармит двумя мипарями снизу, один ходит с командой, главный мипарь с Аегисом. А если мипаря убивают, он на месте главного появляется, да? Вообще, по-хорошему, появляться должен на месте того мипаря, которого убили. Я не знаю просто, как там сейчас все сделано. Ну вот у нас драк. Пошли. Напали на кого? Напали на дисраптора. Мы успели дать грейв, развалился уже тусик. Отличный ультимейт от дисраптора. Мипарь пришел. Да, бежать надо. Бежать. Мипарь пришел. Ту-ту-ту-ту. Вернули джаггера. Сейчас уже минус алхимик. Куда ты не уйдешь? Да, уже даже без сеточки очень жестко замедляют. Пошла первая сетка на блинке. И последняя тычка. Байбек у нас у джаггера нету. Есть у алхимика, есть у таска. Ну, они будут заходить на рампу, ну, и, скорее всего, будут побеждать. Алхимику сейчас нужно прямо сейчас байбекаться и кидать тучу. Если он не успеет бросить тучу, им сломают бараки. Можно уже не байбекаться, он выкупается. Быстрее беги, кидай тучу. Бежит, кидает. Красава. Ну, да, но тут Аегис и тут ульдазла. И идеально они под ульдазла заходят. Знают, что половины спылов нету. Ультует алхимик, первые бараки падают. На топ-топ сразу идти. Ой-ой-ой. Угрозается в гирочке. Грейв сейчас будет, грейв. Все переживает гирокоптер, в итоге сам еще дает рассказ, здесь же химик ГГ. Тоже умирает. Ну, без байбека. Можно писать смело ГГ, потому что без алхимика тут отбиваться толку нет. Да. И мипарь пошел дальше. Цепляет еще и байна, забирает байна, это трипл килл. Ну да, сейчас заберут мидл, потом пойдут наверх, там тауэр ходится очень сильно. Они вообще пошли трон ломать. Да. Ну а чё бы и нет, он смотри как быстро падает. Раз минус тир 4, два минус тир 4. Ну да, и трон. И трон. Всё чётко. ГГ. 1-1. Экскалибур потащил. Ну, без лишних как бы скромности можно сказать, что реально он потащил. На 8 левелов он в конце игры опережает алхимик по XP. На 8. Такой разницы, в принципе, там даже на начальных левелах тяжело добиться. На, танцует селедка. Стройбат, я тебе говорю. Танцуют мипари, все радуются. 1-1, 28 минут всего-навсего, и победа достается мипарю от Excalibur'а и команде No Logic Gaming. Мы с вами уйдем на небольшой перерыв и вернемся к решающей третьей игре. Напомню, что победитель данной пары сыграет с командой Cookies.